Судебные решения, благодаря которым свободу получают мажоры, взяточники, бандиты, коррупционеры и наркодилеры в Одесской области, приняли системный характер. Такое мнение высказали одесские чиновники на встрече с вице-премьер-министром Украины. Все собранные материалы глава областной государственной администрации Эдуард Матвейчук предоставил Сергею Тегибко. Такой толщины за последние 3 месяца. То, что происходит в Одесской области, это откровенная коррупция, я заявляю это прямо. Я готовлю докладную на президента, я готовлю докладную на президента, так дальше продолжаться не может. Это прямая дискредитация реформ. С коррупцией всегда борются прежде всего 2 путями. Первое, необходимо отрабатывать процедуры. Это на общем таком национальном уровне. И эти процедуры должны быть более понятные, прозрачные. Необходимо усиливать подотчетность судей. А с другой стороны, я скажу, просто надо часто наводить порядок. Есть чисто административные методы. Я думаю, что нам надо двигаться и по одному, и по второму порядку.